Алексей Русских встретился с ночными волками. Известные байкеры приняли главу региона в своем клубе. На встрече спортсменам из школы национальных и неолимпийских видов спорта вручили 5 кроссовых мотоциклов. Продолжайте заниматься спортом. Это спорт технологичный. Постоянно новые модели возникают, да, новые возможности у техники. Надо, мы со своей стороны будем стараться поддерживать техническую составляющую на должном уровне, чтобы не быть хуже других команд, которые также составляют нам конкуренцию. Мотоциклы приобрели по государственной программе развития физической культуры и спорта в Ульяновской области. Ночные волки также поделились планами на будущее. У них зреет новый проект. Большой проект готовим, который будет называться «Душа байкера». Мы будем открывать большой мотоцикл на конструктор-парк «Механика» 21 мая. За счет копии вот стоит вот в оригинале, который будет примерно размеры впечатляющие, 5 на 2,5. Это будут кованые изделия, которые будут привлекать внимание и туристов, и жителей города. Мотоцикл будет акцентом в композиции конструктор парка «Механика». В парке продолжается благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Новая лестница, фонари, смотровые площадки, круглосуточная охрана. Место отдыха теперь не напоминает своим видом заброшку времен лихих 90-х. Уже установлена сцена, подведены все коммуникации, которые нужны. Конечно же, мы продолжаем расчищать эту территорию, потому что она у нас огромная, 16 гектаров. В «Механике» будет организована программа на майские праздники и открытие мотосезона. Виктория Чиркова, Артем Куранов. Улправда ТВ.